Он в центр врезался и упал под низ. Вот сюда. Ох, красавцы. Тут нюансы, смотри. Вот человек поехал за ворота сейчас, видел, защитник. А демон не сразу сообразил, что он не остановится и не вернется назад. Вот я, короче, сообразил, что надо тупо сразу, как только человек едет за ворота, сразу срезать угол и хуячить его туда. Ну, короче, мне нужно не ехать за ворота, а перед тобой сразу рвануть в тот угол, чтобы захуярить его там. Вот смотри сейчас. Сейчас надо давить, чтобы они быстро не вышли. И вот ну за в угол надо. И, да, и как Иван делает, срезать угол. Ехать с ним, но срезать угол. Дорабатывай, дорабатывай. Димка, борись, борись, Дима. Борись, борись, давай. Ничего, атаковал уже что. Главное, что он не сдался до конца, он не уехал быстро за ворота. Видел, какой уже практически нулевой угол был. Он сам заехал, а клюшка осталась перед воротами, он забил. Я специально, знаешь, так сразу перевожу на ворота, чтобы не было такой вот камеры, движения камеры, чтобы видно было. Потом их было же 6 секунд? Первый гол. Львов. Да. Димон, подержи, да. Сейчас забьют гол. Не-не. А то
атакуй, 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 атакуй. Когда надо делать это три Заримак! Вратарь сообразил как надо. Видел сзади клюшкой, что он взял. О, короче, он закрыл, шайба улетает, и вдруг едет за ворота. И он ему подножку подставляет клюшкой. Вратарь. Красавец. Федоров, конечно, у них красавец. Первый. Oops, sorry.
Сука, в угол махни. Дальний абонент. Правая рука устала.